Нострадамовки Сурского района в конце года ввели в эксплуатацию две новые котельные, которые отапливают местную больницу и школу. Так, на смену громоздким экологически грязным угольным котельным пришли современные газовые. В итоге затрат меньше, а тепла больше. Этот принцип на себе уже ощутили врачи и пациенты Нострадамовской больницы, а также ученики и учителя одноименной школы. Ребятам стало намного комфортнее заниматься в классах, да и бегать по теплым коридорам куда приятнее, чем по холодным. Еще одним немаловажным фактором в установке благоприятного температурного режима стала замена старых окон на пластиковые. По словам руководства учреждения, учителя и ученики впервые за долгие годы смогли переобуться во вторую обувь в помещениях и назвать школу своим вторым домом, где также тепло и уютно. После того, как поставили котельную, стало ощутимо теплее. Температурный режим улучшился в положительную сторону. В классах стало тепло, дети очень довольны и родители довольны тем, что ситуация изменилась в лучшую сторону. Областная двухлетняя программа модернизации теплоисточников включает в себя 64 объекта и реализуется с 2017 года. Предполагается как полная замена устаревших сельских котельных на современные, так и техническое обновление уже существующих объектов. Общая сумма финансовых вложений в двухлетнюю программу составила около 500 000 000 рублей. Большая поддержка, очень много сделано то, что все было на дровах. И школа, и большие проблемы были по отоплению школы, больницы. Температура была, конечно, низкая, но сейчас все очень хорошо. Так, автоматизированные котельные со временем придут в каждое село, поскольку они экологичны и, что самое главное, экономичны. По словам специалистов, выработка энергии на газовой котельной обходится почти в 3 раза дешевле, чем на угольной. Немаловажный фактор – это человеческий, то есть высвобождены операторы. Данные котельные работают полностью на автоматике. И у нас в данном населенном пункте работает один контролер. Это котельные здесь 400-киловаттные и на больнице 300-киловаттные. Вот так с приходом газа в село повысился уровень жизни местных жителей. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.